Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин проверил ход работ возле кинотеатра «Искра». В компании главы муниципалитета Валерия Венцеля он совершил обход объекта, а также осмотрел городскую местность. Территория благоустройства включает в себя отделку зон отдыха возле Тимоховского пруда, кинотеатра и аллеи Славы. В ходе проверки особое внимание региональный министр уделил детской площадке, где осталось завершить облицовку. К эксплуатации уже готовы скейт-парк и зона возле аллеи Славы. Даже в ходе осмотра работа на объекте не прерывалась. Помимо этого, в графике министра значился осмотр ряда городских объектов. Территория возле 32-го дома на улице Советской попала в программу комплексного благоустройства дворов. Было создано новое парковочное пространство, ремонт проезда, ремонт тротуара с установкой столбиков, установка урн, устройство пешеходной дорожки, устройство новой детской площадки, устройство тренажерной площадки, а также зоны отдыха, установлены лавочки и стенд информационный. А и также заменено освещение на новое современное светодиодное. На создание такой территории ушло всего 3 недели. В рамках программы по благоустройству каждый год выбирается 10% дворовых территорий, которые сдают в летний период.